Американский индекс Dow Jones впервые в истории преодолел отметку в 19 тысяч пунктов. Это произошло после того, как избранный президент США Дональд Трамп обнародовал свои планы на первые 100 дней в Белом доме. В частности, он пообещал начать выход из соглашения по Тихоокеанскому партнерству, главному проекту Барака Обамы в области торговой политики. Избранный президент утверждает, что этот пакт, заключенный в феврале после 7 лет переговоров, невыгоден для США. Кроме того, Трамп намерен уменьшить госрегулирование в различных сферах и отменить ограничения на производство углеводорода, включая шельфовые месторождения. Аналитики считают, что часть предложенных мер может стимулировать рост экономики. Это и вызывает реакцию фондовых рынков. Я думаю, оптимизм рынка связан с ожиданиями в области инвестиций в инфраструктуру и аэрокосмическую оборону. Вместе с ожидаемым ростом базовой процентной ставки на заседании Федерального резерва в декабре это подтверждает мнение, что сейчас нет жизнеспособных альтернатив ценным бумагам. Так что, похоже, мы собираемся красиво закончить этот год.